Добрый вечер, уважаемые друзья. Добрый вечер, коллеги и партнеры. Прошу в нашем вебинарном чате проставить плюсики, если меня хорошо видно, слышно, если виден мой экран. Вот. У нас с вами сегодня вебинар, на котором мы должны рассказывать презентацию компании Skyway Capital, как мы обычно это делаем, но, скажем так, в связи с тем, что в конце прошлой недели состоялось долгожданное событие, да, о котором многие рассуждали, по-разному рассуждали в интернете, там, хорошо это или плохо, и когда же это все случится. Запуск, скажем, наверное, будет правильно сказать, бета-версии, да, то есть криптоплатформы компании Skyway. Мы поговорим, наверное, сегодня об этом, потому что очень много рассуждений, очень много различных вопросов у людей возникло, хотя, в принципе, то, что на сегодняшний день необходимо проделать, оно все описано в инструкции, которая высылается на почту тем людям, кто в свое время обменял токены на, доли, точнее, на токены. Вот. Что хотелось бы отметить? В первую очередь, в данный момент, да, то, что прописано в инструкции, направлено как раз-таки на то, чтобы люди, которые в свое время сделали, осуществили обмен долей на токены, могли, скажем так, эти токены вывести, ну, можно сказать, в промежуточный кошелек, да, как мы это сейчас с вами поговорим. Сразу хочу немножко по регламенту нашего вебинара сказать следующее, то, что мы с вами сейчас рассмотрим кратко, да, то есть какие действия необходимо предпринять. Вот, я вам дам опять ссылочку, покажу сайт, на который нужно зайти и ознакомиться с информацией, которая есть там. Вот, и мы заранее сегодня поговорили. Завтра потенциально мы, наверное, проведем еще 18 часов вебинар, касаемый, наверное, вопросов и ответов. Поэтому я бы вас попросил сделать следующее. Да, если вы еще не двигались по той инструкции, которая сегодня создана и высылается на электронный адрес любого нашего партнера, кто будет осуществлять обмен токенов, точнее, скажем так, токены регистрировать и так далее, да, регистрировать кошелек и прочее. Вот. Написать свои вопросы, написать какие-то свои сомнения, какие-то просчеты, потому что люди там считают, сколько стоит каждый токен, не знаю, к чему они привязываются, там вплоть дорога не доходит в социальных сетях. Вот. Все на самом деле намного проще. Я просто вам в конце, скажем, сегодняшнего вебинара расскажу свое отношение к тому, что происходит. Вот. И примерно сколько стоил токен тогда, когда вот, осуществлялась процедура обмена. А сейчас я хотел бы сделать следующее. То есть я буду делиться экраном, да, покажу простые шаги, которые необходимо сделать абсолютно любому человеку, кто будет, скажем так, оформлять токены, приобретенные в компании с Skyway. И сейчас задам вам вопрос, коллеги. Виден ли мой экран? Вот. Поставьте просто плюсики, если экран виден. Пошла ли трансляция экрана? Пошла. Итак, друзья, с чего все необходимо начать? Да? То есть для того, чтобы получить инструкцию, по которой можно будет двигаться и оформлять токены на себя, вам необходимо сделать следующее. Ну, большинство из вас все-таки, да, те, кто обменивал доли на токены в кабинете РСВ, соответственно, вам нужно зайти в кабинет РСВ Systems, и неважно, на какой бы вы странице ни находились в личном кабинете, у вас вверху будет вот эта кнопка «Получить токены». Вот. Видите, да? Я думаю, вы все видите. Вверху синяя кнопочка. Если вы нажмете эту кнопочку, высветится панелька, всплывающее окно, в котором будет написано, что на электронный адрес дана инструкция, по которой нужно действовать. Инструкция, которая высылается, выглядит следующим образом. Сейчас она у вас на экране. Вот. Инструкция по личному кабинету, аккаунта. Вы помните, у нас был Skyway токен, и сайт, скажем так, адрес сайта был один. Сейчас это... Называется Skyway Global, да, или Skyway Global, как это правильно назвать. И, скажем так, адрес сайта на сегодняшний день, вы помните, был, скажем так, SVT, RSV, там, svt.rsvsystem.com, сейчас вот такой адрес сайта, который вы можете видеть непосредственно в адресной строке браузера, ну, в котором вы сейчас, скажем так, находитесь и смотрите данную трансляцию. Единственное, что я сейчас сделаю, я вам адрес этого сайта сразу пишу, мы потом о нем буквально два слова еще поговорим. Итак, коллеги, инструкция по личному кабинету. Да? То есть здесь вы видите, сразу написано, что с 27 числа идет как бы в ограниченном количестве, в ограниченном режиме работа, скажем так, с регистрацией и оформлением токенов на себя. Вот с 1 июля сегодняшнего дня, скажем так, открыта регистрация для всех тех, кто решил в свое время обменять доли на токены. Вот. Сразу хочу сказать, да, как вот и в конце написано здесь, что могут быть какие-то неточности, может система не так работать, как хотелось бы, да, вот здесь есть адрес support svg, да, sv.io, куда вы можете писать все свои замечания, все свои, скажем так, непонятки и так далее, и так далее.
Здесь есть ссылки в инструкции, по которым вы можете нажимать, и по тексту вас будет перекидывать по тексту инструкции туда, куда вам необходимо, либо вот просто бежать сверху вниз. Да? Говорится о том, что работать нужно в двух браузерах, либо это Firefox, либо Chrome. Ну, рекомендую сначала Chrome. Вы знаете, я не буду сейчас много времени уделять тому, как установить браузер Chrome. Это делать, в принципе, элементарно. Просто зайти на сайт google.com, там выбрать все сервисы, и там есть установка Chrome. То есть вы этот браузер можете установить себе на компьютер, если вы в нем не работаете. Да? Firefox точно так же легко достаточно установить. То есть здесь нужно, скажем так, выбрать его, принять условия для установки, сохранить файл, согласиться, скажем так, если у вас антивирус что-то, скажем, начинает задавать вопросы, надо ли это делать или нет, там запустить или не запустить, нужно запустить. И в итоге вы устанавливаете браузер себе на компьютер. Вот. То есть у вас установится браузер Google Chrome, то же самое происходит с браузером Firefox. Вот сейчас я вам здесь задам просто вопрос. Скажите, есть ли у кого-то сложности с установкой браузера на компьютер? Потому что, в принципе, я в Chrome работаю и на смартфоне, да, потому что здесь есть другие, и, скажем так, на компьютере, который у меня есть дома, на рабочем компьютере. То есть, ну, в основном я это делаю в Google Chrome. Мне это удобно, мне это просто и действительно достаточно быстрый браузер и так далее. Сложностей с Chrome нет. Дальше идет установка так называемой MetaMask, да, это плагин, да, или, скажем так, виджет, по-разному можно установить. То есть это то, что устанавливается непосредственно в браузер. Это для того, чтобы, скажем, начисление произошло, да, и чтобы установить, скажем, в блокчейн сети Ethereum связь между вашими, скажем так, токенами и созданием криптокошелька, то есть платформа, которая создана на базе Ethereum, Ethereum его еще называют, да, то есть для этого нужно установить так называемый MetaMask. И для того, чтобы его сделать, в инструкции тоже все прописано пошагово. Важно, здесь есть моменты, на которые следует обратить внимание. То есть мы с вами все привыкли, что у нас есть там хранители различной программы электронных ключей, паролей и так далее, и так далее. Здесь, скажем так, есть секретная фраза, которую рекомендуют создатели блокчейн-платформы компании Skyway, да, чтобы просто это написали на листе бумаги, где-то сохранили, не потеряли. Для чего это будет нужно? Потому что мало ли вы потом купите другой компьютер, будете переустанавливать Chrome там, или, скажем так, для того, чтобы вы могли еще это сделать на своем мобильном устройстве и прочее, да, то есть вам понадобится эта секретная фраза. Вот, ее никому не надо показывать, ее не нужно сканировать, где-то пересылать для большей безопасности вашего аккаунта. Да. Итак, для установки MetaMask вот, необходимо выйти на сайт, который здесь указан, да, выбрать фразу get Chrome, то есть здесь в инструкции, в принципе, все достаточно подробно прописано, показаны рисунки, где в каталоге нужно добавить, скажем так, этот MetaMask Chrome, потому что, ну, здесь инструкция именно по Chrome идет, да. Также согласиться на установку плагина, вот, и сделать те шаги, которые прописаны в инструкции. Здесь, в принципе, сложного, ну, совсем ничего нет, да. То есть, если говорится, здесь есть страничка, если вы впервые, вот я, если честно, буду создавать впервые этот кошелек, у меня, честно, я не знаю, хорошо это или плохо, пока нет криптокошелька. Я знаю, что у нас большое количество продвинутых пользователей, которые имеют долю в нашей компании, у них есть и криптовалюты различные и так далее, и так далее. Я вот в этом все разбираюсь и никак не могу до этого дойти. Хотя вот давно бы уже, может, надо было сделать, и, может быть, даже что-то зарабатывать, помимо того, что там росте, либо там нападение криптовалют и так далее. Но это может быть всему свое время, к этому еще придем. Так вот, здесь нужно правильно выбрать, да, если у вас есть криптокошелек, нажать одну кнопку, если впервые создается, вот здесь есть создание криптокошелька, Create Wallet, да, вот, вы создаете криптокошелек, вписываете необходимые данные, соглашаетесь с условием, потому что, как говорят разработчики нашей платформы, ничего там страшного нет, да, вот, и далее нужно придумать пароль. Вот. Он нужен будет при запуске браузера для активации этого плагина. Для чего это нужно? Ну, опять же, для того, чтобы обезопасить, здесь написан ключ от различных атак, от взломов там и так далее, и так далее. Даже если, скажем так, у вас украдут компьютер, здесь кажется, да, то есть сказано, то ваши вот эти все данные будут зашифрованы в MetaMask этим паролем. Вот. Вы создаете пароль, нажимаете «Создать», и дальше у вас будет сгенерирована секретная фраза непосредственно самим MetaMask, да, на что обращают внимание, она будет под замочком. И вот когда вы создали пароль и перешли на эту страницу, нажимаете на замочек, и у вас будет написана фраза, которую вы берете и просто-напросто ручками, вот здесь даже написано в инструкции, да,
То есть выписываете так, как написано в этой фразе. Там, где с большой буквы там, и так далее. То есть слова друг за другом. Вот. И здесь опять же идет очень важная фраза, то, что не используют цифровые носители, там, флешки, еще куда-то, ни в коем случае не передавайте там, посредством почты, соцсетей там, или еще где-то, потому что это ваша, скажем так, защита. Вот и здесь даже нарисована тетрадка и ручка. И вот эта секретная фраза, да, то есть, которую вам необходимо записать, чтобы, скажем так, активировать этот плагин, и чтобы ваш компьютер, скажем так, уже имел связь, скажем так, с системой блокчейн-платформы компании Skyway и непосредственно кошельком, который создаваться будет, скажем так, на платформе эфириума. Вот эта фраза выписана. Вот. И рекомендация того, что дальше нажимаете кнопочку Next, необходимо ввести фразу. Фразу вы вводите, да, проверяете, верно это или нет. Вот. И здесь вот есть набор этой фразы, то есть нажимаете там дословно друг за другом, как она у вас следует, слова, ну, порядок слов. Да, и вот этот листик с бумагой нужно убрать в безопасное место, которое будете знать только вы. Да? Вот. И храните ее, как говорится, как зеницу ока. Не знаю, там как пупок, который, может, мама ваша там когда-то, когда вы родились, сохранила там и так далее, и так далее. То есть это вам может понадобиться, действительно, если вы вот купите новый компьютер, переустановите Chrome, и вам нужно будет проделать ту же самую операцию. Либо, скажем так, для другого устройства, на котором вы будете использовать вход в этот Netamax и так далее, и так далее. И вот после того, как вы нажимаете кнопку Confirm после создания фразы, да, у вас открывается основная страница плагина Netamax. Вот видите, у вас здесь 0 эфира, в вашем аккаунте пока пусто. Вот. И начинаете делать дальнейшие действия по инструкции. Да? То есть следующий шаг, который надо обратить внимание, то, что в вашем браузере, так как мы установили этот плагин, он будет одеться в правом верхнем углу, как некоторые плагины устанавливаются там. Различные есть плагины, которые вы можете установить в Google Chrome. Здесь в правом верхнем углу будет установлен Netamax. Кликая по нему, вы сразу будете видеть, сколько у вас чего находится в кошельке там и так далее, эфиров и прочее, прочее. Далее. Начисление токенов для того, чтобы менять, производится через личный кабинет платформы Skyway Global. Я вам, скажем, скидывал название сайта. Да? Вот. Необходимо получить письмо с кодом. Два способа, опять же, для этого есть. Мы сейчас с вами рассматривали вот те шаги, которые необходимо сделать для того, чтобы предустановить необходимую программу для работы с оформлением, с переводом токенов, да, в свой кошелек. То есть это нужно сделать до того, как вы будете заходить. Я вам нажимал кнопочку, помните, в кабинете РСВ по инструкции, да, то есть чтобы эта инструкция пришла к вам на электронный адрес, чтобы вы по ней, вот так же, как я вам сейчас показываю, могли двигаться и так далее. То есть можно зайти непосредственно через кабинет РСВ, как мы уже с вами говорили, да? Вот. А можно напрямую на сайте, вот здесь аккаунт, вот здесь вот видите, есть вход, регистрация там и так далее, и так далее. То есть если мы нажмем кнопку «Купить токен», то нам будет необходимо ввести данные, да, то есть либо мы зарегистрироваться, либо у нас есть, если мы зарегистрируемся, мы вводим один пароль и так далее, входим внутрь личного кабинета. Вот. Здесь первый способ рассмотрен как через кабинет РСВ. Вот я вам говорю, нажимаете кнопочку, да. Вот. После нажатия появляется вот это окошко, то, что на почту вам выслана инструкция. Да? И вы начинаете действовать. Если вы делаете непосредственно на сайте, заходите на сайт аккаунт, нажимаете зарегистрироваться, вводите свои данные. Единственное, когда вы вводите данные при регистрации непосредственно на сайте, где расширение ИО, это сайт криптоплатформы, да, вам здесь нужно будет указать электронную почту, которая у вас была указана в регистрации в кабинете RSV Systems. Вот. И вы регистрируетесь, вводите адрес электронной почты, который привязан к системе RSV System. Вот. И после нажатия кнопки «Зарегистрироваться» вам придет письмо с одноразовой ссылкой, которую необходимо будет нажать. Перейдя по ссылке, нужно создать пароль. Да? Ссылка будет открыта. Вот важно, чтобы у вас Netamax был уже установлен. Да? Соответственно, скажем так, если Netamax установлен, то как бы все
идет как бы гладко. Если у вас не установлен MetaMask, то вам нужно будет эту ссылку копировать, вставлять, скажем так, From и Firefox. Поэтому для того, чтобы не было потом сбоев в работе системы и так далее, плагин MetaMask и, скажем так, вот те действия, которые необходимо предпринять, работают только в Firefox либо в Google Chrome, нужно следовать инструкции. То есть открывается форма пароля, необходимо придумать надежный пароль, опять же, да, вот там рекомендация, чтобы он был сложный, чтобы были большие буквы, маленькие буквы, чтобы были цифры. Нажимаете «Отправить», то есть создаете. И, в принципе, как если у вас установлен тот называемый MetaMask, то автоматически заполняется адрес поля, нажимаете «Отправить», то есть у вас заполняется адрес, вот здесь вот видите много-много различных символов, то есть ваш адрес эфириум кошелька. Вот. Далее. Токены, которые будут переводиться, да, посредством таких действий, тут сказано, что они могут перевести за несколько минут, могут несколько часов. То есть будет бежать вот такая вот строчка. И после того, как токены будут переведены в ваш кошелек, да, здесь вот у вас открывается личный кабинет вашего кошелька, на котором вверху написано 2000 токенов. Сразу хочу сказать, тут базовая цена написана 1 SkyWay Global, там 0,10 доллара, ну то есть 10 центов. Вот вокруг этого идут большие споры, сколько должен стоить токен на сегодняшний день и так далее. Ну, было бы здорово, скажем так, если бы мы этот момент с вами разобрали завтра, когда будут вопросы-ответы, да. Вот. Ну, у меня есть, скажем так, своя версия стоимости токена на момент, скажем, обмена долей, и когда это было осенью, да. И вот то, что 10 центов, это в 20 раз больше, чем осуществлялась процедура обмена. Вот. Запомните фразу «20 раз больше», почему я потом смогу объяснить. Ну и дальше, скажем так, вы переоформили, у вас в кошельке, внутри личного кабинета появилось 2000 токенов на сайте SkyWay Global, да, внутри личного кабинета. Вот. И в разделе транзакции в личном кабинете, вот эта вторая, скажем так, панелька, вот она, здесь сейчас не видна, там монетки такие нарисованы, да, у вас отразится то, что 2000 токенов переведены вам в личный кабинет. Вот. То есть, в принципе, вся процедура достаточно простая. Да, и вам необходимо, точнее, если вы это все проделаете, сложности никаких не возникнет. И вот тут идет разъяснение, да, что, скажем, для того, чтобы не произошел обвал стоимости токена и так далее, то есть был выбран процедура, скажем так, выведения токенов, например, на кошелек эфира, где потом можно будет их продавать, обменивать и так далее, начиная с 1 июля 2020 года. Да, полную сумму 2000 можно будет вывести только с 1 июля 2021 года. То есть там каждый день будет вам по 5 с лишним токенов начисляться с 1 июля 2020 года. Да? Вот. Все операции с токеном будут доступны через личный кабинет SkyWay Global, который вот сейчас, который вы сейчас токены перевели. Да? Вот. И здесь прописан график в течение там, года, как эти токены будут с 1 июля 2020 года по 2021 год выводиться в ваш кошелек по платформе эфира. Что еще хотелось бы сказать, да? Вот здесь идет разъяснение, то, что если вы, например, там, решите вывести там, на восьмой день, у вас будет 49 токенов там, из 2000, вы сможете вывести доступную сумму на кошелек. Очень важный момент. В мире криптовалют, как я понимаю, как и везде, для того, чтобы осуществлять какие-то операции там, с токенами либо с криптовалютами, нужно проплачивать какую-то комиссию. Так вот, чтобы эти токены вывести на кошелек на платформе эфира, вам необходимо будет завести количество эфириума на свой кошелек. Да? То есть как это сделать? Я думаю, те, кто умеет делать, и у кого уже есть кошельки на платформе эфира, они у них есть. Те, кто не умеет это делать, в принципе, здесь в дальнейшем, как было сказано в инструкции, что сейчас дорабатывается, информация будет даваться, как работать с криптокошельком, как это все делать. Сотрудники компании все это пропишут. Вот. Ну, что здесь сказано, да, то, что вот как раз-таки, что мы дополним инструкцию актуальными советами по пополнению адреса и деталями работы в кошельке. Для того, чтобы списать, скажем так, токены с вашего личного кабинета, тут так называемый раздел Keeper, который есть внутри личного кабинета, необходимо выбрать то количество и приступить к процедуре выведения токенов из вашего личного кабинета на платформе SkyWay Global, да, на Ethereum кошелек. То есть здесь процедура тоже прописана, здесь примерно все это сделано, соответственно, в данный момент вы этого сделать не сможете. То есть все работа идет через кошелек MetaMask, там показано, что у вас сейчас есть на данный момент в кошельке Ethereum, да, то есть вот ваш адрес кошелька,
эфириума, который вы при регистрации у вас он будет. Вот. И, соответственно, если вы выводите какое-то количество токенов SVG, вот тут даже написано символ токена, да, то есть у вас, когда вы эту процедуру закончите, будет вписано количество токенов с SVG на вашем кошельке. Вот написано там 49673. Вот таким вот образом. То есть, в принципе, сразу хочу сказать, да, вот сейчас начнутся вопросы, а когда мы сможем продать и так далее, и так далее. То есть, важно понимать следующее. Если вы ждали запуск криптоплатформы, вы хотите увидеть, что, скажем так, вот эти токены, которые вы обменяли внутри личного кабинета Skyway Global, вот по этой инструкции нужно идти. Вот. Здесь написано, что, скажем, если что-то будет не получаться, если у вас есть какие-то вопросы, обязательно обращайтесь в поддержку support skywayglobal.io, пишите свои замечания, пишите там какие-то вопросы и так далее. Но сразу хочу сказать, я сейчас думаю, что огромное количество вопросов будет, почему вы сделали так, что вот выводить токены можно будет только с 1 июля 2020 года. Такое решение приняла компания. Если вы сейчас зададите огромное количество вопросов техподдержки, либо, скажем так, менеджеров, которые сидят у нас здесь на прозвоне, и работают в информационной поддержке компании Skyway Capital, я думаю, что, скажем так, большого количества ответов вы на это не получите. Вот такие правила есть, и по этим правилам мы будем двигаться. Да? То есть причину я вам назвал, одна из причин, чтобы, скажем так, не обвалить сейчас все, кто получил по 2000 токенов выведут и захотят, например, их вывести на эфир и сразу продать, стоимость токена будет, понимаете, она сразу же упадет. Вот. Что еще хотел сказать, коллеги, когда вы сделаете эту процедуру, обязательно зайдите на сайт svg.io, вот, который ссылку я сбросил в чате, ознакомьтесь с информацией, да, вот тут есть много информации, с которой для вас не является, скажем так, новостью, он сделан, ну, достаточно просто, здесь можно почитать, что из себя представляет данное направление, какие виды транспорта, что за 5 лет проделано и так далее, здесь есть дорожная карта. Да, белой бумаги пока до сих пор нет. Мало того, я вам хочу сказать следующее. Сайт сейчас пока на английском языке. Чтобы прочитать на русском, вам придется при загрузке этого сайта нажать кнопку «Перевести сайт». Не совсем корректно здесь перевод делает, скажем так, браузер, но тем не менее большинство фраз понятно. Я думаю, вы совсем с этим разберетесь. Здесь описаны проекты, о которых мы с вами, может быть, там, ну, не сильно много слышали в последнее время. Например, транспортный комплекс Skyway там, для Московской области и так далее. Почитайте об этом, да, посмотрите дорожную карту. Вот, то есть, что планируется, к какому году и так далее. И обязательно нажмите вот здесь «Узнать больше». Тут написано на русском «Учить больше». Здесь подробная таблица на 8 листах, в какой год, какому кварталу планируется, какие работы сделать. И вот тут уже речь идет, скажем так, о получении доходов. Это 4-й квартал 2019 года. Да? Доходы, я знаю, выручка. Многие люди ждут, скажем так, вот этого всего. В надежде то, что будут распределяться какие-то деньги. Потенциально это возможно, я не буду это утверждать. Но здесь слово «выручка» и «доход» уже появляется, скажем так, в 2019-2020 году. Да, там дальше идет реализация в Объединенных Арабских Эмиратах, Московской области, там Монголия у нас вот здесь появляется и так далее, и так далее. Да? То есть высокоскоростная трасса начинает проектироваться и прочее, прочее. Почитайте все это. Вот. И, в принципе, ознакомившись с этими вопросами, просто запишите их на бумажку и, по большому счету, завтра на нашем мероприятии вопросов и ответов потенциально это начнется где-то в 18 часов, да, вот. И мы постараемся на эти вопросы ответить. По поводу, когда токены выйдут на биржу, коллеги, вот, ну, Игорь, вы молодец, вы всегда задаете одни и те же вопросы. Я вам сказал, что в инструкции есть график, что будет происходить и так далее. Пожалуйста, прочитайте хотя бы раз, да, текст от начала до конца, и вот то, что вам будет непонятно, завтра спросите. Только вот вопрос такой, когда токены выйдут на биржу, завтра, пожалуйста, не задавайте мне, потому что вот в инструкции там это есть. Начните, блин, ну, в конце концов, научитесь работать как взрослые люди с информацией, которую вам дают. Только то, что непонятно в этой информации, тогда спрашивайте. По поводу полдоллара, коллеги, давайте я вам так скажу. Смотрите, у нас обмен долей происходил осенью. У нас меняли 100 тысяч долей на 1000 долларов. Да? Соответственно, вы можете чисто математически высчитать, сколько стоила одна доля потенциально тогда. 1 цент. В тот же момент меняли 100 тысяч долей на 2000 токенов. Соответственно, стоимость токена тогда, когда вы меняли, именно в акцию, да, когда это происходило, была 0,5 цента. Вот. Здесь же потенциально заложено то, что стоимость при выходе, скажем так, на котировки на бирже, сейчас дорабатывается сервис, это бета-версия и так далее, будет 0,1 цента. Точнее, 10 центов. Не 0,1, а 10 центов.
а вы взяли за полцента в 20 раз выше, чем вы обменяли. Вот это переварите информацию, которую я вам сейчас дал, запишите вопросы, ссылку, ну, Игорь, я понимаю, то есть вы можете завтра не приходить, потому что у вас, я только что для вас объясняю, вы все время, когда токены выйдут на биржу, когда токены выйдут на биржу. Коллеги, я ко всем обращаюсь, вы все взрослые люди, прочитайте инструкцию, выйдите на сайт, почитайте, завтра мы вопросы разберем. Предварительно завтра в 18 часов мы проведем вебинар ответа на вопросы, касаемые криптоплатформы, да, вот, поэтому завтра вопросы, касаемые там чего-то другого, ну, наверное, задавать смысла не будет. Мы подготовимся еще, посмотрим, да, уточним какие тонкости с ребятами из Минска, и завтра постараемся максимально ответить этого. И просьба сейчас к вам следующая. Смотрите, я сейчас отключусь, буду заканчивать наш вебинар, да, ваши вопросы, которые реально есть, вы можете записать, задать их завтра, а если вы смотрите нас в соцсетях, либо даже в комнате Мирополис, да, пишите здесь вот сейчас вопросы свои, мы их вытащим и завтра на них, скажем так, ну, скомпонуем и постараемся ответить. В соцсетях, в чатах на нашего вебинара пишите сегодняшние вопросы, хорошо? Вот. Вот и сейчас даже вопросы дают. Если есть кошелек на эфириуме, вам все равно нужно установить MetaMask, но там есть момент в инструкции, где вы создаете кошелек впервые, либо он у вас уже есть. Соответственно, вы нажимаете кнопку, что кошелек есть. Вам не нужен второй кошелек на эфире, если он у вас уже есть. Просто в будущем там у вас появятся в этом же кошельке токены Skyway Global. Вот и все. Вот на этот вопрос я сейчас ответил. Коллеги, завтра мы ориентировочно в 18 часов выйдем в эфир. Хорошо? У меня на этом сегодня все. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. То есть обязательно пройдитесь по инструкции, нажмите на кнопочку там в своем личном кабинете, вам придет эта инструкция, познакомьтесь с ней, пройдите все пути. Если будут какие-то сложности, вы нам завтра как раз-таки это скажете. Спасибо вам за внимание сегодня. До новых встреч в эфире.